Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и эта серия будет посвящена прохождению лицензии А на золото в игре Gran Turismo 1. Ну, как вот видите, в прошлой серии мы с вами лицензию Б на золото сдали, вот получили такой вот замечательный аппарат, который не отличается особой мощностью, но тем не менее является очень таким приятным бонусом. Вот. Ну, в этой части мы бросимся в борьбу за Nissan Nismo 400R. Вот. Всем желаю приятного просмотра. Итак, начинаем. Первое задание лицензии класса А вроде бы должно быть самым легким, но вы не поверите, сколько она у меня времени отняла. Это какой-то был ужас и натуральная нервотрепка. Я несколько дней на нее только одну убил, то есть я ее сдал последней из всех восьми. И она у меня столько нервов отняла, хотя вроде бы что тут поворот пройти. И проходить его, кстати, лучше всего с заносом. Я так был рад, когда сдал ее, это был какой-то кошмар. Задание номер два, как ни странно, не вызвало особых у меня затруднений. Я на него потратил всего чуть больше 10 попыток. Тут скорее всего, хотя оно во многом похоже на первое задание, но тут это поворот первый на трассе Автомринг. Он гораздо круче, чем на Deep Forest первый поворот, поэтому, в общем-то, и короче, его проще пройти. Секрет успеха здесь в как можно более близком прохождении к внутреннему поребрику. Ну и опять же, небольшой занос вам в помощь. Да, еще хотелось бы сказать, что от экспериментов я отказался и проходил эту лицензию только на автомате, так как коробка передач здесь все-таки себя ведет неадекватно несколько. Возможно, если бы играл на руле с педалями, она гораздо лучше себя вела, но на джойстике это не вариант. Третье задание оказалось для меня тоже довольно сложным. Ну, я это, в общем-то, и ожидал. Это у нас окончание круга Grand Volley Speedway и стартовая прямая с первым поворотом этой же трассы. Ну, вот в этот поворот нужно пошире заходить. Ну, это не самая главная тут проблема, его на полном газу проходишь. А вот основная проблема оказалась, это... Я немножко поприкалывался, но уже куча попыток. Это вот перекладка вот здесь, то есть скоростной левый и сразу переходящий торможение, и вот этот вот резкий правый. Очень долго я тут по-разному экспериментировал с заносами, но в итоге вот оказалось, что плавненько его лучше всего проходить, по крайней мере для меня. Четвертое задание оказалось для меня вторым после первого по сложности. Но это было для меня ожидаемо. Я помнил о нем еще там с детских времен, что тогда тоже я очень долго на нем мучился. Долгое время не мог даже на серебро пересдать. Изначально оно было сдано у меня на бронзу, и вот до серебра даже не мог дотянуться. Но на это задание я убил одну из ночей полностью, то есть сдавал ночью.
долго искал подходы к каждому конкретному повороту, и как мне показалось, когда я все это сделал, когда нашел, началось самое страшное – собрать все эти повороты в одной единственной попытке. Это оказалось непростой задачей, и в общем-то, самый сложный здесь поворот, ну, по крайней мере, для меня оказался это вот после тоннеля. Сейчас вот разгон. Это после тоннеля правый медленный поворот, вот этот. Он вроде бы простой, но за счет того, что он закрытый, не видно выхода из поворота. Для меня оказался вот он самым сложным. Но, как ни странно, финальные попытки я сделал вот здесь по марку, и поэтому время, ну, просто тютелька в тютельку. Я потом пытался еще добавить, но не получилось. Итак, половина заданий позади. Это у нас пятое задание. Оно оказалось для меня одним из самых легких. Здесь это тоже трасса Гранд Воли, ее эска и медленный поворот на входе в тоннель. Ну, я сдал это задание с третьей попытки. В принципе, ничего в нем, ну, для меня, по крайней мере, сложного не было. Оно, кстати говоря, это задание было бы, думаю, гораздо сложнее, если бы здесь выдали машину помощнее. Тогда могли бы возникнуть некие проблемы. А так, на прелюдии здесь торможение, по сути, только одно. То есть перед вот этим левым поворотом медленным на входе в туннель. А так, основная здесь задача — как можно ближе к внутренней бровке ехать и не ошибиться на перекладке. Вот сейчас левый поворот, и вот тут на правый чуть-чуть пошире заходить и стараться, чтобы на выходе сильно не выносило туда в траву, чтобы можно было подготовить вход в медленный левый поворот, ну и правильно тормозиться там. Вот, собственно, и все. Шестое задание, если честно, оно явилось для меня довольно легким, но неожиданно, я бы сказал, легким. Я... В общем, MR2 довольно специфичен в управлении, поэтому я так опасался этого задания, но сдал я его со второй попытки, вот, что оказалось для меня большим сюрпризом. Вот, главное его научиться контролировать. У него очень такое вязкое управление, инертное, я бы сказал. То есть вроде отпускаешь уже кнопку, но он все равно продолжает доворачивать. Вот нужно его постараться контролировать, то есть на контруправлении, так скажем. То есть начинать следующий маневр, не закончив предыдущий. Так как машина немножко задумчивая, она нормально, она поймет и начнет вовремя. Но нужно начинать маневр заранее, где-то за полсекунды, наверное, до начала самого маневра. И тогда у вас все довольно легко получится. Мы постепенно движемся к завершению, и это седьмое, предпоследнее задание. Оно самое необычное, наверное, из всех, которые представлены в первой части Гран Туризма. Это не какая-то трасса, это вот, как видите, совсем маленький пятачок. Секрет успеха здесь в том, чтобы найти для себя вот оптимальную вот эту траекторию, и чтобы вы, не доворачивая, могли, ну, не прекращаясь, ехать вот в этом одном левом направлении. Чуть-чуть вот притормаживая, ну, можно чуть ближе к внутренней части выбирать траекторию. Ну, я вот так сделал. Задание я сдал с четвертой попытки. Я, в принципе, уверен, что если попробовать еще, то можно скинуть еще довольно много даже, наверное, времени, что я чуть ошибался, но, тем не менее, все равно получилось сдать.
И, кстати, если вы помните, оно уже было сдано у нас с вами на золото, еще при самом первом прохождении. У меня это видео есть, предыдущих. Так что мне пришлось свое собственное время перебивать золотое. В общем, секрет успеха здесь в правильной траектории. Ну и наконец-таки мы добрались с вами до финального 8-го задания. Это у нас опять же трасса Grand Volley, ее окончание. И теперь, как на Mazda RX-7, мы проходили первый песочный поворот, но здесь это задание удлинили и предоставляют нам весь первый сектор еще проехать, то есть два первых песочных поворота. Ну, если честно, задание тоже для меня неожиданно оказалось легким. Я сдал его где-то в попытке, наверное, с 12-й. Вот. Я вот на него как раз-таки думал, что на нем я застряну очень надолго, но никак не на первом задании. Но, тем не менее, получилось то, что получилось. Первый поворот, кстати, можно было пройти, конечно, и получше. Немножко поскоростнее. Вот. Ну, здесь... аккуратно нужно проходить эту скоростную эску, и вот здесь тоже оттормаживаться четко и проходить как можно ближе к внутренней бровке, просто прям можно даже колесами туда залезть, вот, и использовать занос. Вот. Здесь, конечно, не идеально я ее прошел, но тем не менее золото было взято. Ну и давайте последний раз полюбуемся на замечательные реплеи, которые в первой части, уже в первой части Gran Turismo были очень похожи на реальные трансляции, телетрансляции гонок. Конечно, шикарно тут с камерами поработали разработчики, очень реалистично, вот, максимально приближено к тому, что мы видим в трансляциях гонок. Ну и на самом деле в конце вас будет после этого реплея ждать самый, наверное, большой сюрприз. Я тоже порядком удивился, очень сильно удивился, но надо сказать в положительную сторону, все-таки сюрприз был для меня и, думаю, сейчас будет для вас. Сейчас дождемся окончания. Ну что же, вот мы с вами и получили долгожданную золотую лицензию класса А. И, собственно, теперь можно со спокойной совестью уйти на неделю в запой. Нет, конечно, я шучу. И самое главное, вот о чем я говорил, это вот сюрприз. Вот он, собственно, будет сейчас связан. Он, как вы, возможно, уже догадались, с той машиной, которую мы, собственно, и зарабатывали в поте лица на вот этих вот неимоверных заданиях. И вот она. Это, черт возьми, TRD 3000 GT. Это никакой не Nissan Nismo 400R. Как я так забыл, как я мог вообще это себе позволить, не знаю. Но у меня четкие воспоминания почему-то из детства, что за лицензию класса А дается Nissan Nismo 400R. Почему так? Черт его знает. Может, у меня наложились воспоминания на Gran Turismo 2, что там я ездил на этом Nissan, но там его можно купить. Вот, и почему-то я был в полной уверенности, что дадут Nissan. Я... если честно, очень, конечно, обрадовался, потому что мне гораздо больше хотелось чему-то вот именно TRD 3000 GT. Хотя получается, что мы его с Лехой зарабатывали, потому что лицензию класса А мы сдавали, и, значит, получали мы эту машину. Вот. Потом, когда я это уже ее получил, я стал вспоминать, и действительно... я вспомнил, да, что мы ее наворачивали, тюнинговали и ездили все-таки на ней, но это абсолютно стерлось из моей памяти почему-то. Ну, тем, собственно говоря, лучше.
сюрприз был очень приятный для меня, надо признаться. Вот. Ну что же, давайте на этом закончим эту серию. Подписывайтесь обязательно, комментируйте, ставьте лайки, если понравилось, и любите автоспорт. С вами, как всегда, был Скудер. Всем пока-пока.